коротко о главном к этому часу. Эфир 24 – это все, что касается каждого, все, что волнует больше всего. Ответы на любые вопросы можно получить, посмотрев определенные программы. К слову, у каждой своя задача. В прошедшем году мы запустили канал в формате вещания HD, формат высокой четкости. Это, пожалуй, один из первых телеканалов республики, который перешел на этот формат вещания. Более качественные. Более насыщенная картинка получается. Информационная программа «Новости 24». Ведущие выпусков и корреспонденты следят за развитием событий в республике в течение дня. Политика, экономика, культура, спорт и происшествия. Каждый час только свежая информация. Картина дня без событий из районов была бы неполной. Татарстан – это 43 района, где, как показали эти два года, нас смотрят, нам доверяют, а чиновники даже побаиваются. Ведь зачастую проблемы людей решаются лишь после того, как о них расскажет эфир 24. О деталях происходящего в республике расскажут ведущие программы «Главные новости». Здесь звучат экспертные мнения, точки зрения специалистов и советы профессионалов. Ежедневно по будням в 13:30 идет обсуждение наиболее важных тем. Люди звонят нам в прямой эфир и принимают участие в нашем опросе, который проходит ВКонтакте в нашей группе. Под каждую программу мы запускаем голосование, где также можно отставлять свои отзывы и высказывать свое мнение. Поэтому вот в первую очередь программа «Главные новости» для нас — это связь со зрителем, возможность почувствовать настроение наших зрителей, настроение жителей республики. Все новости из мира высоких технологий и о современных гаджетах можно узнать из программы iNews. Просто и доступно. О современном сервисе интернет-услуг, новинках электроники и бытовой техники расскажет ведущий Андрей Соколов. Мы стараемся как можно более подробно и доступно рассказать о всех вот новинках в мире высоких технологий и сделать это так еще таким образом, чтобы мало того, чтобы они были интересны, но еще и применимы в нашей жизни. То есть рассказать не только, допустим, о том, что где-то появилось космическое чудо какое-то, но еще о том, как можно, допустим, при помощи портала госуслуг облегчить себе жизнь, не сидеть в очередях и так далее. Наверняка каждый из нас сталкивался с жилищно-коммунальными проблемами. Разобраться в ситуации и найти ответ на самый сложный вопрос поможет Тимофей Вагнер. Ведущий программы совместно со специалистами помогает телезрителям изучить детально спорные моменты. Саму программу, саму начинку делают сами люди. Они пишут на канал или пишут в группу ВКонтакте, какую тему хотели бы они обсудить. Ну, а потом мы уже ее делаем, приглашаем гостей, экспертов, и они отвечают на различные вопросы, которые интересны в данный момент жителям республики. Если вопросы с жителями мы не смогли решить в прямом эфире, прямо на месте, мы решаем все эти вопросы индивидуально, берем их на проработку и также созваниваемся со зрителями. Вот, а коллективу телеканала «Эфир 24» мы желаем творческих успехов и преданных зрителей. Современный человек не может обойтись без новостей. Когда их нет, ты словно выпадаешь из жизни. Поэтому, дорогие телезрители, оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Ильмир Гляхметов, Владимир Ладушкин, «Эфир 24». «Ганнибал» с понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».